Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 46-летняя актриса Мария Куликова не афиширует личную жизнь. В интервью актриса предпочитает ограничиваться вопросами о работе и творческих планах. Но недавно неожиданно Куликова призналась, что более 9 лет она состоит в отношениях с мужчиной, и более того, они уже узаконили свой союз. «Неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», – рассказала Мария Куликова. Однако Мария не раскрыла личность своего избранника, поэтому поклонники актрисы стали гадать, что, возможно, мужем Куликовой стал кто-то из актерской среды. Но некоторые предположили, что это может быть один из московских бизнесменов. Напомню, Куликова 13 лет была замужем за коллегой Денисом Матросовым. У актеров есть общий сын Иван, которому 12 лет. Актриса отмечала, что им, секс-супругам, хватило мудрости сохранить хорошие отношения ради психологического здоровья сына. По словам Марии, сын не задавал много вопросов по поводу развода, поскольку привык жить в творческой семье и к частому отсутствию родителей в связи с их гастролями и съемками. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!